будем зарабатывать на большие сундуки. Ну что ж, давай один на один попробуем на Джокере. Охо, хо-хо-хо-хо, Джокер против Джокера, нифига себе. Ну лады. Мне кажется, это тот же чувак. Смотри, он Джокера взял себе, нифига. Это тот же чувак, который был до нас. Который мы только что с ним дрались. На, я тебя даже я не буду брать напалм. Офигеть, я даже напалм не стал брать, мы его отщелкали. Вот бедолага какая, а. Так, пока не открываем сундук, будем на второй копить. Мне интересно. Так, какой будет? Такой же большой или маленький? Да, выбираем Джокера. Будем играть сегодня за Джокера. Так, что-то я не успела посмотреть, кто там у нас. Какой будет у нас чук? А, нет, это большой. Большая вонючка. Так, давай тогда, ладно, я сейчас сделаем так. И буду назад отъезжать. О! Не получилось. Смотри, я ему больше нанес урон. Напалм. Напалм тебе. Напалм, пожалуйста. Кушай. Всё, вот это у нас... напалм нас спас. Хорошо. Майора дали. У меня ж полковник был. Ладно. И звездочки будем собирать. Ладно. Давай 2 на 2. Так, также мы играем за Джокера. Ух тышка, Титан и Феникс, а у нас просто Титан. Да, но Феникс он опасный, но я буду надеяться, что мы сейчас отжаримся. Так, надо встать вот в таком месте. Так, сразу скидаем, стреляем напалмом. О, не справились они с напальмчиком нашим. Так, мне тут мешает вот этот вот... противник, который разбился. Он нам мешал стрелять. Ладно, дальше. А теперь один на один. Берем Джокера. Ладненько, поехали. Ух ты, это Китайская Народная Республика. Чувак. Тихо. На, раз, два, три. Три ударчика я у него засадил. Поехали, на, раз, два, три. Ах ты так, вонючка. Ну на, получай. Тогда напалм. О, видишь, он горит. На. Так, практически у нас одинаково. Одинаковые у нас этот самый. Ух ты, все, один ударчик. Все, я готов. Опа, все. А что ты хотел-то? Ничего не получилось у тебя, да? Еще. О, два сундука у меня, прикинь. Два сундука. Откроем попозже. Давай, 2 на 2. А, давайте возьмем кобру. Ага, улучшить я не могу, у меня денег нет. Так, а что у меня здесь? А, крутилку возьмем. 15 монет. На кобре. Либо напалм выберем. 40 стоит. Либо взять. Ладно, давай вот эту кобру. Пилу возьмем. Поехали. Ой, Тесла вонючая. Вот я не люблю Теслу. Так, 2 кобры у нас. Ладно. У меня будет еще такая штука. Тихо. Стоять. Стреляем. Ой. Давай этот. Да какая-то фигня вот эта крутилка. На. Давай немножко мы тебя... А! Все, наконец-то я... уничтожила этого злодея. Есть! Победа! Вот это мне нравится. Еще одна звезда. А, теперь играем 1 на 1. Так, я возьму Джокера. Либо давайте возьмем Титана. Будем за Титанчика играть. Ага. Все, едем. Опа! Так, где у нас тут? Чувак. Вот так я встану, наверное. О, попадание. На, еще. О. Есть. О, нифига, мы его отщелкали, хорошо. Получается у нас... Ну, давай, 2 на 2. Беру я Титана. Так, что у нас там? Титан и Кобра. О, Титан, говорю. Катюшка.
А у нас еще есть пулеметчик такой. Мощный. Ладно, давай здесь стану. Ух ты! Смотри, тоже они используют лечилку. Так, мне нужна тоже лечилочка. О, две лечилки мне. А что так много? Что так много-то? Две лечилки. Все, победа. Я, наверное, это друг, дружище мой лечилку включил, кинул. Так, три сундука. Ладно, давайте еще поиграем. Попробуем. Так, возьму я феникса. Лесного. О, феникс против феникса. Ну что ж, сейчас проверим, кто кого. Я здесь встану, ему придется подниматься, и я его сейчас буду жарить. Вот и все. Легко, да? Тактику нужно просто иметь. Тактику. Тактика у нас интересная. Так, ну что ж, давайте 2 на 2. Так, также я беру феникса. Ну, один на один фениксом прикольно. Ух ты, черненькие, мы все черненькие. Два черненьких друга. Так, давай сразу огнем его. Фигачим. О! Так, лечилку срочно мне нужно. Есть, взял. Лечилочку. Да какие вы сильные, слушай. Так, теперь мне Катюшу эту надо уничтожить. Ой, у меня здоровья мало. Так, если я здесь стану. Ну, это хорошая идея. Да, это плохая идея. Там встать. Давайте один на один и возьмем феникса. Так, у меня кобра, противник. Так, мне главное встать где-нибудь в интересном месте. Вот здесь, например. Да. На, держи огончик. А, он бомбочку подкинул. Смотри, гад какой, а. Я знаю, тут бомбочка лежит. Я знаю, что там лежит бомбочка. Чё ты? Едь сюда, давай. Попробуй. У меня-то здоровье больше. У меня, ребята, здоровье больше. Поэтому... А то, что бомбочка там лежала, я, конечно же, об этом знал. Но... Естественно, я не стал подъезжать близко. Чтоб на бомбочку... Не напороться. А что у нас тут получается? Так. Один сундук. Еще одну звездочку, и будет четвертый сундук. Ладно, давай один на один. Угу. Берем. Феникс. Против кобры. Феникс против кобры. Угу. Хорошо. А главное встать в правильном месте. Ну, например, я встану вот здесь вот. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты чего? Слушай, перепрыгнул ты меня, а? Так, давайте сразу подлечимся. Так, что он, смотри, что он хочет? Ты чего хочешь? На, поджарься. Еще поджарься, на, держи. Ладно, я сейчас пониже спущусь, вот здесь. Вот здесь буду. У меня больше будет вариантов его уничтожить. Готов. Ну все, у нас, смотри, 4 сундука, давайте откроем сундуки. О, мы что-нибудь откроется? Нет. Лады. Следующий сундук. А, маленький, смотри. Нет, не получилось. Я думал, так будет, что постоянно большие сундуки. Нифига. Так, 15 монет, это очень мало. Давай дальше. Открываем следующий сундук. О, 2 самоцвета и 13 монеток. И третий сундучок. А, 19 монет. Мало, мало, конечно, монет. Ладно, давай, 2 против... 2 на 2, и я выбираю такую себе баллисту. Так, ну вот этот цвет какой-то странный, конечно. Так, типа снежно, оно что-то снегом будет. Снежками стрелять, что ли, получается так. Ну ладно. Боец. Поехали, что ж, бойцы. Едем. Так, я, наверное, вот здесь встану. У меня, в принципе, далеко стреляет. О, кто-то в меня стреляет. На, получай. Слушай, на напалм. Ох ты, нифига, как меня подфигачили. Так, спасибо за лечение. Да, баллиста у меня очень слабая, оказывается. Оказывается, баллисточка слабенькая. Но зато я их могу как-то от себя их
Ешь, нифига, убил одного. Так, теперь второго. Ух ты, ё-моё, на! Офигеть, а баллиста все-таки смог уничтожить.